Здравствуйте! Говорит и показывает канал Волкодав 05. 12 ноября сегодня проходит Лига Кавказа и чемпионат Кавказа по молодым собакам. В этом ринге сегодня Ушастик встретится с Бунтарем. Очень много разговоров, очень много разных слухов было, но сегодня ринг все поставит на свои места. Пожелаем обеим соперникам выступить хорошо, достойно. Пусть победит сильнейший. Много собак сегодня. Каждой собаке подходить не буду, потому что хозяева все находятся при ринге. Оставим собак в покое. А так, по ходу дела, несколько собак я вам обязательно поснимаю. Когда это видео будет выходить, вы уже будете знать результат боя. Объявили 20-минутный перерыв. Решил зайти в ринг и поснимать вам вот такие плакаты. Арена называется Сарухум. Вот такие плакаты с рейтинговыми кабелями. Надпись с приветствиями. Эти наши дагестанские легендарные собаки. Пройдет несколько титульных боев. Но бой вечера — это Ушастик и Бунтарь. Чьи машины стоят на дороге? Уберите все машины, выехать не могут люди. Сейчас подойду поближе. Машины уберите с дороги! Тут машины кому-то мешают. Вот он, Бунтарь и Ушастик, Джиги-2. Будем ждать. Вот трехкратный чемпион Дагестана Дикий. И мужик. Кстати, мужик уже в ринге участвовал, уже подрался. Чемпионат по тестовым испытаниям проходит вот в таком живописном месте. Посередине леса расположен ринг, а здесь протекает, посмотрите, какая красивейшая река. Прозрачной, чистой водой, канал, не помню, чьим именем он назван, прям аж хочется нырнуть сюда. Погода сегодня просто прекрасная, солнце светит. На той стороне парники расположены. Протекает вдоль леса. Настоящая золотая осень.
кругом уже листья пожелтели, попадали. Пока объявили 20-минутный перерыв, все подошли к своим питомцам. В основном все собаки, за исключением одной или двух пар, перешли во второй тур. Тимур оттуда нас приветствует. Тоже известный кондист. Держит немало собак. Тут пока перерыв. Решил я походить по территории. И вот кто-то из кондистов приехал на таком красавце. Здесь его привязали. Вон там ринг, где машины. Вот такой красавец. Самый раз, чтобы собак гонять. Он здесь не один. Здесь еще одна такая. Вот еще один. Пасется. Мой мираж, можно сказать, уже такого роста, такой длины, но еще пока молодой. Посмотрите, какая здесь природа, открытые поля, просторы. Ну, на той поляне овцы пасутся, в небе орлы летают. Дубы пожелтели, и вдоль канавы растет камыш. Вот так красавчик. Закончился бой между ушастиком и бунтарем. После 27 минут противостояния ушастик оказался победителем этого противостояния. Хозяин бунтаря отказался выводить собаку во второй раунд, так как собака не успела восстановиться. Оба собаки провели достойный бой. Бунтарь выдержал 27 минут натиска ушастика. Ушастик, как бой начался, взял захват за холку и практически не отпускал, что его и спасло. Хочу поздравить хозяев этих прекрасных собак и всем вам пожелать, чтобы у вас во дворе были такие собаки. Возвращаемся уже в наш старинный красивый город Дербент. Решил вам уже по дороге
рассказать о результате. Ну, многие уже знают. Хочу, чтобы все подписчики тоже знали о сегодняшнем, скажем так, тестовом испытании. Напомню вам, вы смотрите канал Волкодавы 05. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем добра, удачи!